прием документов на соискание специальных стипендий за особую творческую устремленность. Ежегодно поддержку получают тысячи человек, занятых в самых разных сферах деятельности. Мои коллеги познакомились со стипендиантами этого года, братьями Сорокинами из Ядринского района. Костик, радиатор, подай-ка нам, на столе лежало. Да, поставили. Поставили. Завтра поле надо выйти, сейчас заведем, посмотрим, что да как. Братья Сорокины, Костя и Дима все делают вместе. В детстве вместе любили играть, теперь вместе работают. Оба механизаторы в колхозе «Ленинская искра». Свою работу я обожаю. Если бы я не любил свою работу, я бы сюда не устроился. Деревня, чистый воздух, природа. А в городе я не знаю, что делать. В колхозе лучше. Там, сейчас надо зерно убирать, потом... технику ремонтировать, к весне приготавливать, потом на зиму надо заготавливать. Костя и Дима работают здесь уже 3 года. Оба пошли по стопам своих родителей. Сорокины-старшие тоже работают в этом же колхозе. Своими сыновьями гордятся. За профессиональную активность и ответственность, за желание узнавать и внедрять в работу передовые технологии Дима и Костя удостоили специальной стипендии главы Чувашской республики. Сообщили нам, можно получить стипендию, и мы этому рады. Плюс еще зарплата, да? Плюс еще зарплата. В разные годы стипендию получали 14 тысяч человек. Вы тоже можете быть в их числе. Для этого нужно подать документы в Центр молодежных инициатив Минобразования Республики. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика.